Линейный анализ в некотором смысле расширяет взгляд исследователя на задачу, которая может быть решена при помощи регрессии. Первое направление, в котором может двигаться исследователь благодаря использованию углубленного анализа в сочетании с регрессией, это выяснение того, как опосредованно она зависимая переменная связана с потенциальными предикторами, не вошедшими в модель, в которой фиксируется непосредственное влияние. Черным здесь отмечены те предикторы, которые как раз не вошли в модель, синим отмечены предикторы, которые вошли в модель, которую мы рассмотрели уже. Исходя из построенных моделей посредством Model Selection, точнее, исходя скорее из выявленных посредством Model Selection эффектов, они в массе своей двухмерные, трехмерные, мы уже рассмотрели, в него входят зависимые переменные, все остальные двухмерные. Вот те двухмерные эффекты, которые здесь визуально отображены в виде линий, соединяющих некоторые пары переменных. Здесь единственный трехмерный эффект, его выделил жирным, все остальные двухмерные. Таким образом, можно видеть, что, например, удовлетворенность жизни влияет как непосредственно на протестный потенциал в трехмерной связке со ступенью на лестнице положения в обществе, так и опосредованно через уверенность в завтрашнем дне. В свою очередь, на удовлетворенность жизнью влияет, как мы видим, или, по крайней мере, связано с удовлетворенностью жизни, как мы видим, три переменных, не вошедших в модель непосредственного влияния на протестный потенциал. Также мы видим, что эти три переменные, они различным образом через двухмерные связи связаны между собой и с этим предиктором и с этим предиктором. То есть, например, если нас интересует траектория влияния удовлетворенности жизни на протестный потенциал, можно сделать как бы шаг вглубь понимания ситуации и построить как бы предварительно модель, которая будет исследована влияние материального положения семьи, ступени на лестнице материального.